Здравия желаю. Пока делать нечего. Еще пока с рептилоидом, что вечный двигатель работает. Вот вечный двигатель инерциоид против рептилоида. Скажите, там вот что вчера показывал. Но на малой мощности. Но зато потребление у него ноль. Как видите. Вот отошел чуть. Взял. И назад пошел. Назад встал. Опять отошел чуток. Сейчас взял. И назад. Отдает назад. То есть это лишняя энергия, которая ему не надо. А вращается, и вращается все равно. То есть система работает на запчасти, это понятно. И будет и мощно, и все будет.